Здравствуйте! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Ленора. И сегодня мы с вами свяжем ковер из мотивов. Вот такие вот квадраты будем с вами вязать. Мотивы. Потом соединять их между собой. Итак, что нам для этого потребуется? Я вязала из трех цветов. Можно вязать из одного цвета или из двух цветов. Это уже на ваше усмотрение. Возможно, вы выберете больше цветов. У меня три цвета. Вот такой вот молочно-белый, темно-серый и светло-серый цвет. У меня шнур 3 мм, хлопковый шнур. Крючок для основного вязания я взяла номер 6. Можно взять поменьше, но так как мы будем вязать рельефными столбиками, я думаю, что шестерка вот оптимальная. Соответственно, какой-то крючок поменьше размером, чтобы прятать хвостики. Это не обязательно, но желательно, так удобнее. И ножницы. По расходу пряжи, значит. Мой коврик небольшой, он диаметром 55 сантиметров на 80 сантиметров. У меня это будет коврик для ванной комнаты, мне большой не нужен. Размер коврика будет уже зависеть от того, сколько квадратов вы свяжете. Вот для моего коврика потребуется 6 таких квадратов. И по пряже, значит, вот молочного цвета мне нужно будет 525 метров. И с темно-серый и светло-серый их примерно по 375 метров. То есть, если вы будете вязать однотонный коврик, общее количество расхода пряжи получается 1275 метров. На коврик, опять же, напоминаю, размером 55 на 80 сантиметров. Итак, приступаем. В кольцо амигуруми. Кто не знает, как делать кольцо амигуруми, вот берем хвостик и нашу рабочую нить обхватываем вокруг пальцев. Вставляем крючок вот сюда, протягиваем рабочую нить и делаем закрепительную петельку. И теперь вот в кольцо нам нужно будет набрать 7 столбиков с одним накидом. 1. 2, 3, вот так вот внутрь кольца вставляем крючок, вытягиваем нить и провязываем столбик. 4, 5, 6 и 7. Берем наш кончик и затягиваем кольцо. Затянули, делаем соединительный столбик в наш первый столбик, соединительную петлю, вставляем крючок и протягиваем рабочую нить через две петельки. Теперь нам в первый вот в этот столбик нужно провязать 2 столбика с одним накидом. Делаем 1, 2, 3 воздушные петли, это будем считать, как будто наш первый столбик с одним накидом. Делаем накид и сюда же провязываем столбик с одним накидом. Провязали. В следующую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И снова 3 столбика с одним накидом в эту же петлю. Сюда же. 1, 2, 3. В следующий столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2 сюда же. Следующий повторяем такой же вот элемент. 3 столбика с одним накидом, воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. Следующую петлю. Накид. 1.
два, три, одна воздушная петля и три столбика с накидом сюда же, в эту же петлю. Один, два и третий. Провязали. В следующий столбик провязываем два столбика с одним накидом. Один и второй сюда же. Второй. Следующую провязываем 3 столбика с одним накидом. Воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Одна воздушная петля и 3 столбика с накидом сюда же. Раз, два и третий. Провязали. Теперь следующие 2 столбика с одним накидом. Один и второй. И в последнюю нашу петлю мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Воздушная петля, 3 столбика с одним накидом. Один, два, три, воздушка и еще 3 сюда же. Один, два и третий. Вот что у нас получается. Наш квадратик такой вот должен получиться. Вот здесь у нас уголочки. Делаем соединительную петельку в наш первый столбик. Вот он. Получается вот последние 2 перемычки от воздушной петли. Вставляем сюда крючок. Немножко тяжеловато. И делаем соединительную петельку. Соединились. И теперь вот наши 2 столбика с одним накидом, между ними нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом. Делаем одну петельку подъема и сюда же делаем еще одну соединительную и делаем 1, 2, 3 воздушные петли. Это наш будет первый столбик, второй столбик накид. 2 и третий столбик с накидом сюда же, это будет 3. Вот таким вот образом. Дальше пропускаем мы, получается, вот этот столбик, который вот от этих 2, пропускаем вот эти 3 следующие, и вот одна воздушная арочка в углу, в нее мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом сюда же, вот в эту одну воздушную арочку. 1, 2, 3. Дальше. И пропускаем 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. И между вот этими 2, которые у нас были вот в серединке, вот прям в них провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязали. Дальше. Пропускаем 1, 2, 3, 4 и снова вот у нас одна воздушная арочка в углу, одна воздушная арка, в нее провязываем также 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3.
делаем одну воздушную петлю и сюда же провязываем 3 столбика с одним накидом. Упал у меня моточек. Держателю. Так. 1, 2 и 3. Провязали. Пропускаем 1, 2, 3, 4. И снова между вот двумя столбиками предыдущим рядом, где 2 вместе вязали в одну петлю, между ними, то есть через 4, 1, 2, 3, 4, между ними провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязали. Снова на воздушную арочку через 4, 1, 2, 3, 4, через 4 провязываем точно такой же элемент, 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля, 3 столбика с накидом. Вот она, 1 воздушная арка, и провязываем 1, 2, 3, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом сюда же арочку. 1, 2 и 3. Провязали. Далее также пропускаем 1, 2, 3, 4, и вот между двумя столбиками провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И в последнюю нашу 1 воздушную арку вот здесь на углу мы также провязываем 3 столбика с одним накидом, воздушная петля, 3 столбика с одним накидом, 3, 1 воздушная петля и еще 3 столбика с накидом сюда же. Провязали. И у нас с вами получился вот такой вот квадратик. Делаем соединительную петельку в первый наш столбик. Вот за 2 перемычки вот наши были 3 воздушные петли, которые мы считаем как за 1 из столбиков с накидом. И вот за верхние 2 делаем соединительную петельку. Вставляем крючок. Вот таким образом. И делаем соединительную петлю. Вот такой вот у нас получается квадрат.